Вопросы коллективной безопасности в условиях современных вызовов сегодня обсуждают в Астане. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. В столице этого государства проходит саммит стран-участниц ОДКБ. На встрече лидеры государств будут искать ответы на самые сложные вызовы мировой повестки, среди которых региональная международная безопасность, реакция на торговые войны и агрессия в информационном пространстве. Подробный разговор предстоит и на антитеррористическую проблематику. Еще одна общая проблема – нелегальная миграция. По итогам саммита планируется подписать порядка 20 документов, в частности, итоговую декларацию, совместное заявление о мерах в отношении лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций, а также плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года. Встречу глав государств предваряло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности Организации договора. Вопросы безопасности главы государств обсудят в узком и расширенном составе. Ожидается, что, кроме прочего, лидеры ОДКБ затронут и вопрос избрания нового генерального секретаря организации. Должность вакантна после досрочного завершения полномочий Юрия Хачатурова.